кажется, впервые, наверное, пробежала 5 километров за полгода. Вот, ощущение классное, ощущение праздника. Здорово, что Умар Назарович всех собрал сегодня в Серпухове, замотивировал. Даже я приехала из Одинцова, чтобы пробежаться. Мне понравилось, дети радовались, прям рядом со мной бежали детки, я быстрее просто бегать не могла. Вот, и кого-то я подгоняла, кто-то меня. В общем, ощущение реально такого праздника, да, вот бегаешь, получаешь удовольствие. Погода замечательная, пляж шикарный, но действительно ощущение, вот, что ты приехала сегодня отдохнуть. Даже не хочется отсюда сегодня уезжать. Занять, чтобы и не первый, и не последний. Я на этом месте был, на самом деле, когда еще тут только начиналась вся работа. И была земля, сейчас белый песок. Это все красиво, как в кино. И у меня как раз супруга прилетает в июле, в конце. Как раз уже будет прям вода теплая-теплая должна быть. И здесь вот детские горки есть, пляж, песок. И я думаю, детишкам здесь понравится. Пофотографируемся, покупаемся. Хорошие условия. Приедем, конечно.